Я себе вагон 60к, нормально. Можно танчить вполне. Ну да. Да пусть, блин, спекнется в ретрика и все пока, чё? А точно, в следующий раз с продаваром. У меня вторая аура, если что. Это паладин, хоть один бейте этим, блядь, джаггер синий. Ой, желтый. Проще хилить будет. Нету. Хотя это какая разница тебе, что синяя, что желтая, ман регент. Нет, никто не бьет. Боешка. Лицо. А мы как кольца? Вот кольцо кто будет ролить? Только по спеку кому надо, правильно? Боешки, Нро. А, Нро. Надо. Кидай Нро. Да, а ты что не кидал на ролты ее? Нет. Кинул. А. Ты не линковал. Вон с КБ-мет позже написал лут. А, до этого он линканул. Десять гер. Пошли, блять, маленько, если за 6 минут убьем, а чего нету, нахуй. Вот, пятка. Для нашего господина. Я вообще был у Накс по ачивам пошел. Кстати, можно на не умирающих сходить, там мы не бегали. Не, пойдем этого 25-ку в Накс потом. Нет. Мне сейчас ульду войд, собирай десятку, нахуй. Бля, сове стал на игру в качок, вот дохнуть перестал, бля. Ну, дай хуй знает, я, блядь. В смысле, я будто дох, я на каждом трэше умирал.
Блять, на боссах Хелиона в норме срывал постоянно. Милика, вот ты только хилишь. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Слятинка был. Ты не в силах, противец за моей воле. Ты далеко от паладина. А ты, Барвали, спрашиваешь, как будто я пан. Заебись. Так, ё-моё, там уже можно сказать. Да капиш, ты еще забыл про босса, нормально. Ты что-то, я, блядь, трэш танчил и про босса забыл. Слять она на меня напулил каким-то образом, видимо. Ваша смерть неизбежна. А еще бы ешка, блядь. Там, ты мне в сумочку кидай, нормально было. Буду помолчать. Надо начинать нормы РЛ, короче, везде, блядь. Буду писать так, хуен ролл, пацаны. Ты какие ивенты, блядь, 5 плашек на МП5, нахуй. К 10 ты уже собрал, за один рейд тупо, нахуй. Ты наручи и кольцо, это 10к, блядь. Духов, что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Предлагаю следующий ивент сделать тоже историей, кто помнит самую конченную историю про Войда. А шо, грудак позже ролили? У меня уже есть одна, вот буквально вчера, как он мне кикал с лича, нахуй, 25. Да, да. Там должен быть. Да, а да. Что вы кинули-то?
Сейчас я тут сдох на тап. На дис ролю. Михалыч, нахуя тебе пояс, у тебя лучше, блядь. Пусть берет, ебать, чем жалко, что ли. Это же норма, блядь, похуй, чем нужно ролить, сейчас буду волю на сову ролить, нахуй. Дайте арбитровую маску. Раз молчать никому не надо, значит. Два имени лутера, я буду раз-два. Да я в пушке сижу. Да. Че, Миша, как фире упадет? Плечи сгнилёво. Войт пидора даже не даст мне его паролить на кота нахуй, или на Мишку, на кого он там. А, у меня вроде с Герон где-то в банке лежит, так что похоже. Славик, ты хотя бы так говори, Баркач, что ты кидаешь на ро? Ничего ты не говоришь, ты сразу, блядь, боёшку видел сразу в сумку и довольный, нахуй. Вы видите? Что это там вдалеке? Корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед солдатом. Да. Пойдем ульду, пойдем ульду десятку, ульду десятку. Под пятку. Нет, десятка не хорошо. Там и дохнет 25-кой, как еблан, потому что не ходит. Ой, 25-ки дохнет, десятку вообще не ходит. Где же я дохну-то? Да постоянно на каждом боссе, бля, вечно Бьёрн умирает. Ну да. От секунд обманывает ДБ за заморозка первой. Корабль под обстрелом! Заклинатели сюда! Пусть заткнет эти пушки! Ружейники! Огонь! Смотри, сколько у ХП у кораблей. Кстати, я посмотрел твое видео с Warsong, это лучшая твоя работа за 10 лет, нахуй. Ружейники, огонь! Хотя бы какая-то музыка, там это, темп увеличенный, там что-то нормально сделано хотя бы. А тут ты хуйню какую-то снимаешь, типа, блять, как мы просто траем босс. Кому это надо? Славик, слышишь? А зачем ты видео делаешь голос замедленный? Прикольно, блядь. Нахуй, да, стрёмно как-то. Варенька слышал, нахуй, в таком состоянии? Урон с пушек. Нахуй, да. Урон с пушек линкуем. Бьёрн топ, я уверен. Да, урон с пушек рандомный, какая разница. Ты просто на 96 пиздячишь, может быть 37, а на 91 будет 52. Какой смысл? Что за бред, суслятина? Разбастрёпать. Суслятина читер.
дороги, дай плиз, пожалуйста. Дайте баф. Помет, ты слушай ворка, бля. Баф инту. Быстрей. Ты дайте баф. Хватит бегать за мной. Орк. Фу, тролль. Эф, можно посоветовать. Так, я хоть делать скин. У тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности. Тебе подамажу на Саурфанге. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Подайте кулак, пока ту А есть, спасибо. Мой сын остался. Марлина, ты здесь? Все, вижу. Дамажу. Че, 10 кадам? Мы где-то 15 40к у меня только разорвать вот сейчас под истерией, под бафом 40к, ты прикинь, вместо 55. Я забыл просто обеспечился. Всем привет. Да. Кто это за целка? 20.00 должно быть. Ну. А я сейчас заново соберу. А, вот это время. Сквад-центр мира, не Киев, а лобли. Да, я забываю. Висит мое увечье на боссе, сразу 57к разорвать вешаю. Не... Какой печати забин, блять. Под истерией, блять. Под истерией. Это порч, хуй тебя знает, что ты там делал, дрочил. Под истерией, блять, 14800, я в шоке. Мы похороним тебя, как подобает. В Награнде, рядом с матерью и предками. Здесь 13000. Какой бы жестокой ни была битва, никогда не отрекайтесь от нее. Да-да-да. Скадумю. Нормы тем более. Пойду покурю.
Можно я с Трисей на 2 минутки отойду, тоже покурю? Все равно у вас 3 хила остается. Не, нельзя. Вредно Там квеста не было. Квест на синдром. Че ты говоришь? Бля, я проебал взять. А где он там стоял? После Вальки будет. Что творишь, Трисси? Так, решил убить себя немного. Вовремя пришел. В парк. Мои ботики упадут. Надо, чтобы объект упал. Эти объектные лимы, блядь. Ну, блядь, за место этого, за место власти. А ну, место власти. Че говоришь, Трисси? Место власти можно, в принципе. Ну да, Джулион, он прожимается. Ну, только не так, как попало в экстренных ситуациях. Сколько суслятин надо у нас руки? 21 с чем-то. Да не, почти 20. Тебе говорю, 21 с чем-то. Но он, наверное, да не.
21 чем-то это три кнопки, да? А, в натуре 19 925. Вот, кстати, она просто на ребре дал больше получается тогда, чем на сумке. Да. А, ну он столько же дал, как на ребре. Смотрите, там два Войда бегает. Да, бля, успели бы слететь-то. Да, это норма, тут можно, как говорится, сразу две собаки, на. Не, стаки. Не, они не по два, они даже по четыре бывают вешают долго. Здесь табличка танчил протопалом, так они сразу под четыре стака вешали. Блять, хива срезал. Ах, товар активировал. Дисармони. Дисармуры. Да вообще вар какой-то конченый, ну. Кольцо льда, дай какой-то маг, пожертвуй своей жизнью, зато сейчас убьем прелесть. Понятно. 500 как вот добить этой прелести. Это был красивый вайп, да? Во всем виноват Дессер. ГП. Шучу, Влад, шучу. А че, зачем кикнули ты его? Славик, ты кикнувши? Нахуя? Набери обратно, что ты. Сейчас убью нормально. Набери, не гони. Ну меня-то тоже кикай, потому что я со второй стороны агрю. Бери давай, Славик его. Это он про меня пишет. Он в одну сторону побежал, я в другую. Там две волны было, если вы не заметили. Я могу помочь? Ну, хоть по очереди, да. ГП мне кинут на сову, не по. Славик, дай пати Дессеру, че ты, блядь? Да Войд, на самом деле, чё ты это? Мы не думали, что все упадут. Да это на самом деле не мы виноваты, это Бьёрн, рак не кипит, нихуя просто. Давай, я один захилю нахуй. Если что, то меня первым убило из вас всех. Это его месть за то, что я крикнул в РК. Армс, умри.
Да бля, это ж норма, чё вы такие психованные, можно идти нормально. А вон эти пидоры стоят, ждут. Пристабав дайте. Марлина, Азазель, где вы там бегаете? Они вон там стоят, где собаки ходят. Я выйду, даже маны залью так. Чтоб не сильно крича. Хохрена на шаман живой. Чё? Захильте, захильте протопала. Мне кажется, если бы мы были в, ну, в дофигаемости от Войда, он бы уже полгильдии перебил. Так ты ж каратека, блять, типа кияхи, и она. Ты шарал там, блять, да вы мне на улице попались, я бы вас. Войд, мне на тебя достаточно просто упасть, и тебе пиздец будет. Что, 100 килограмм выдержит твои ребра? Ну вы что, прикалываетесь, опять меня сожрали. Так я специально пошел подальше, чтобы меня сразу трэш не жрал. Так смотри, где они появляются под собой. Да. Нет, тогда они пришли. Ресните, Бьерн. Пусть лежит. Пусть отдыхает. Что надо? Да, отвали, бля, кожу дай. Я, короче, после гнилого зайду на другого. Подамажу другим. Почему? Есть. Пахните, друиды, пожалуйста. Интеллект, пожалуйста, мэр. Спасибо. Стойте. Секунду. Все. Уже отпрыгнул назад.
Джек, какой дает. ХП из Бьорна поднимает. Просто это было смешно. Стоял мне в луже, а потом сделал прыжок и в луже оказался. Уешь, так милики слизняет, это уешь, который в зоне появляется. Ну что, хорошо. Разбегаться, разбегаться надо, ребята. Ебать, какой-то гей-парад нахуй. Сука! Че, есть объект, есть объект, есть объект? Да. Байро. Серьезно, объект на обычке? Охренеть. Сука! Нахуй простутили нас, бля. Ой, объект. Простутил, нахуй не нужен, бля. Чешки. А, ну, у него кровенный трен. Это у чувака, у присты рулят, короче. Вчера Рокстер рулил. Сегодня Тирин у нас рулит. Короче, сейчас на ШП зайдем. Харзул, поставь пока шкаф. Бля, да ты ШП думаешь, как этим лемом нахуй тебе перезаходить. Да-да-да, сейчас посмотрим, блядь. А сколько ты дал? У него реп не было. На распыл надо, конечно. Нет, так если тебе холепал, бери эту грудь, это предбив. Гера это грудь, это бицевая, короче, с нормой предбив. Харзул, ты поставил шкаф? Да, стоит. Это будет самый лучший день в Индии, когда Войд пойдет хилить холипалом, а я буду кой свет танчить. А не, нихуя, нормально. Я, кстати, хочу как-то попробовать потанчить, просто, ну, хочется убежать там с первого, со второго, с трая. Но так бы я, конечно, попробовал. Почему просто танчить? Я хуля зашел по кругу ходить. Не могу дать тебе пати. Только как с кральным уйти там танчить что-то. Так у меня нервов не хватит с ними ходить. Дайте фулл баусера. МП5. Приста. Бой, дай крест. Бой, ты ж сам прекрасно понимаешь, что это было хуйня чисто, чтобы поржать. Не улетел на Юпитер, блядь. А вон, ну это хуйня. Все, погнали, готов. Oh,
9700, когда. Давай тренинг кайфа. Лучшее место нее поставь, колба. Зеркальце нормальный тренинг. Нахуй тебе гейс, если ты водишь рейд. Блять, ну думаю, Варенька тебя возьмет. Все же будут все равно понимать, что ты конченый и идешь, блядь, в какой-то трени ебанутый. Блядь, зеркальце у тебя крит дает и нормальный прок. То, что у тебя будет висеть там 320 так повара или сколько там, это все хуйня. Это хуйня. Сука, четвертый раз меня газ кидает, пидор вонючий. Шаманы, хер тебя волнует, шаманы. Что за фигня? Это доп ГП. Да, я заебался блевать, я за всю свою жизнь отбухла, сука, не блевал. Хуй там на этапке. Как и гниломорт. Молодец, что оставил. Нет. Но если ничего нет, то нормальное. С МП5 вообще не идет хулипал. Хуйня это. У него еще хуже, блядь. Такая же, только итем левел меньше. А СПД меньше, чем в очаровании. Нету тут и там левела, как дальше на патчу. Но это точно не идет холипалу. Нет, ты можешь одеть. Но лучше даже просто обычную боешку это. И пилатную одеть. Нет, пояс очень дешевый, то и он хороший холипал. Знаете, что это без пояс, предбиз на холи приставе? А этот на холик, это понятно. Это на эрдру тупо. Ноги. Я на дис ролю вес. Кто-то еще ролит ему давать. А здесь можно на других ролить чаров, нет? На кого-то? С гильдей? Нет, гильдей нельзя. А если не с гильдей, на чувака? Не ролится ни на кого шмот, если гильдия получает ЕП за рейд на другого. Просто хуй его знает, может от пугов 10 человек, тогда можно ролить. Не, здесь человека 3-4. Так, сейчас скажу. Раз, два, три. Ну, 5 человек пугов. Ну, нельзя тогда. Мы же получаем ЕП за этот рейд.
20 хп сдал на ловушке. Два раза обдевал шамана. Так там подождите, так кто не тот шаман? Шаман не хилил вообще, я не понимаю, о чем ты говоришь. Да, шаман второй не хилил, только один хилил, слабенький. Славик, а что, пойдем потом льду десяточку? Посмотрим, если будут норм люди, то можно сходить, в принципе, время-то есть. Ну или в Накс 25-ку. О, Дессер пойдет шаманом. Если я на оф не съебу, а то меня гуделку бьет скоро нахуй. Вон Валера был. Погоди, что-то Валера тоже да. Пойдет, там можно нормально собрать пати. А почему я с собой возьму? 31 маны. Должно быть 32 маны. У меня 32 команды, о, лапу дали, заебись. У меня тоже должно быть 32. Нормально это стрихи, блядь. Самым лучшим вообще ходоком по ульте на этом серваке. Чё там, кого ждём-то, блядь, дади? Кукла, мяка. А у меня кукла забакалась, не могу. Рано скорее. Дисперсия еще раз. Сядь. Осушение. Сейчас так убьем. Излечение болезни или приз кидает излечение болезни. Что? Это еще откуда? Либо приз диспелит, либо паладин. Не диспелится нихуя, это хуйня. Я пробовал. Кто в куклу сел? Кстати, Войт, хочешь следующий ивент типа PvP делать? Ну, если что, там есть некоторые идеи, ну, потом, короче, поговорим. Ну, просто надо сделать так, что делать, допустим, хотя бы двойками. Потому что отдельно это пиздец. Ну, там придет Джерри, он и всех убьет на. А, ну ясно. Ну, у меня там еще есть какая-то одна идея, но это потом поговорим, раз PvP ивент будет. А че, а как ты узнаешь людей, которые PvP-шат и которые не PvP-шат? К примеру, смотри, я не умею, да, PvP-шат, а я скажу, что умею. Ну или как бы наоборот. Как ты определишь? Я, короче, в группе там тебе отпишу тогда насчет ивента, вот этого, который ты написал пост. Ну, свою идею. А сейчас что, вообще арену никто не регает, да?
Да арена мертвая на этом серваке. Я не знаю, как ПГ, но арена вообще мертвая. Не, ну я не говорю, что он должен быть 29-го, просто, ну, свою идею напишу. Так десятку ты уже поднял с этого рейда, блядь. Да его просто надо разыгрывать не в рулетке, а ну в каком-то просто конкурсе, ивента именно. Просто рулетка это случайный ролл, а чел, который выигрывает конкурс ивента, ну все-таки он типа первый среди всех, кто участвует, тому и отдавать. Тут как у нас побеждал кто-то в трансмутах, там истории вот в этот раз были. Вот этим людям как бы лучше отдавать, чем просто рулетки. А есть рыба? Герой не хочет нам рыбу больше ставить. Нет. Ешьте. Да, у меня просто и Гана очень спылили. Я посушил кухню. Интеллект. Ща, ща. Это хп мало, чё-то надбав какой-то. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штамм чумы, который уничтожит весь Азерот! Вот тут он вылазит, или дальше? Это заклинание еще не готово. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Надо подождать.
еще не готов. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Ебать. На вкус как вишенка. Ой, извините. Скачай, да будет 4 вставки. Все, забирай. Да, топ. Азазель, чё ты танков не хилишь волной, а? Я сотрел, наблюдал на Белине две мои хоты, и половина хп секунд 5 висела. Мегатрон, надо токен, я тебе... А, понял, 2. Пойду курну. Сколько можно курить? Нет, они там что-то Валера Копара писал про Вара, и там этот Олег зашел и говорит ему то, что он лучше дамажит, чем он. Пошел нахуй, блядь.
Все получили по морде.